Это комитет, который нам как раз помогал готовить этот праздник. Добрый день. Я думаю, что со многими мы, наверное, знакомы, потому что это не первый праздник в торговом центре. С Еленой Геннадьевной мы достаточно давно сотрудничаем. На начальном этапе, на самом деле, мы сначала с ней, помню, проходили в торговый центр и делали замечания торговым центрам на тот момент существующим, чтобы вам было доступно в каждом торговом центре. Большую работу проводили не только по торговым центрам, но и по магазинам, которые находятся в жилых домах. Но вот такие праздники, на самом деле, это стало доброй традицией. И вот с 2008 года эти праздники практически проходят во вновь открытых торговых центрах. Я поздравляю вас сегодня с праздником. У вас юбилей, 15 лет о вашем объединении «Свободное движение». Это хороший праздник. Я хочу, чтобы вы сегодня получили огромное удовольствие от праздника, чтобы вам сегодня все понравилось, и чтобы вы в будущем стали постоянными покупателями наших торговых центров. Мы с удовольствием выслушаем все ваши пожелания, замечания для того, чтобы в дальнейшем вам действительно было комфортно и доступно быть в предприятии потребительского рынка. Еще раз вас всех с праздником, здоровья, успехов, удачи, всего вам самого-самого доброго.